Администрация Читы обратилась в прокуратуру из-за сбоев в работе двух маршрутов. Об этом сообщила во время еженедельной планерки накануне в мэрии глава комитета городского хозяйства Марина Попова. Был у нас сбой в работе общественного транспорта, маршруты номер 35 и 121. Дело в том, что в новогодние праздники перевозчики предоставили график работы, поскольку пассажиропоток был меньше. 3 числа все перевозчики должны были выйти на работу, но ни 35-й, ни 121-й на работу не вышли. Мы направили соответствующее письмо в прокуратуру, чтобы были приняты меры в отношении перевозчиков, сказала Попова. Напомним, в редакцию «Запру» неоднократно поступали жалобы на работу маршрута номер 35. Ранее власти объясняли эту проблему нехваткой водителей.